Обработаем? Давайте. У меня спирт. Так, с мерами предосторожности и учебным материалом на удаленную работу перешел преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов. Эта неделя у студентов каникулярная, а до этого занятия по информатике он проводил онлайн и через интернет проверял, как усвоили материал. Мы можем туда зайти, закачать задания, план конспекты и, соответственно, домашние задания. Мы, учителя, уже к этой системе привыкли. Да, есть вопросы, что наши дети, студенты, соответственно, наши школьники к этой системе должны быть подготовлены. Рабочий кабинет. Тоже дома и тоже без дела не сидит журналист Камиль Сагдашин. Ему 67 лет, и на удаленную работу его перевели еще неделю назад. Говорит, поначалу было непривычно, но потом стал с пользой использовать то время, что занимала дорога на работу. Связь с редакцией и планерки через мессенджеры. Больше времени остается для творчества. Утром встал, значит, там сделал по хозяйству дела. Садишься писать, отправляешь. Душа моя, не унывай, не унывай. Карантин – не повод для грусти и простой в ансамбле «Верес». Здесь продолжают спеваться и работать над новым материалом с помощью мобильного приложения. Каждый записывает свой голос в этом приложении вместе с видео рядом. И потом мы его выкладываем в наши группы ВКонтакте, в Инстаграме. Банковский айтишник Всеволод Помясов на удаленку удалился так, что теперь в его доме без гостей. Как ему дома работается, он рассказал нам в видеосообщении. В плане того, тяжелее или легче стало работать, я бы сказал, наверное, немного сложнее. В плане именно самодисциплины. То есть иногда приходится бороться с желанием, чтобы, например, лечь на диван. Сколько могут продлиться такие домашние трудовые будни, пока неизвестно. Как отзываются наши герои, приспособиться не проблема. Был бы твердый настрой и любовь к своему делу. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Йоз йохши хабарлар алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән «Жылы эзлегеннар» фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.